Германии впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Поголовье скота, переданного участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года, выросло с 21 тысячи до 42 175 голов. Показатель роста составил 101%. Таким образом, как считают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Тувы, молодые семьи выполнили ключевую задачу, поставленную главой республики в послании Верховному Хуралу. По предварительным данным Минсельхоза республики, наилучших результатов по получению приплода и сохранению общего поголовья скота достигли участники 2016 года из 5 районов – Мангунтайинского, Авюрского, Чахольского, Судхольского и Эрзинского. Низкие результаты показали участники проекта из сел Тели Байтагинского района, Тесхемского Пердага и Терехольского села Палыктых. Муниципальным властям рекомендовано до 1 июня произвести перерасчет скота участников проекта 2016 года и предоставить акты в Минсельхозпрод Тувы. Озвучены и участники, не обеспечившие достижения конечных результатов. Из 5 семей с поставленными задачами не справились 2. Это молодые чабаны из Кахемского района. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия, окончательное решение по данным участникам еще не принято. Прорабатывается несколько вариантов, в том числе возмещение маточного поголовья за счет средств администрации Кахемского района. Основываясь на этом примере, ведомство предлагает ужесточить условия проекта вплоть до исключения данного села из проекта сроком на 1 год. С 25 по 26 мая в городе Кызыле на территории скульптурного комплекса «Центр Азии» состоится первая республиканская туристская выставка «Гостеприимная Тува». Организаторами выступает информационный центр туризма при поддержке Министерства культуры республики. Выставка «Гостеприимная Тува» – это демонстрация многообразия туристических услуг, возможность получить полную информацию о туристическом рынке Тувы, установить партнерские взаимоотношения с турагентствами, укрепить позиции организации на рынке и усилить узнаваемость туристической продукции. А главное, данный форум призван стать площадкой для обмена опытом, пополнения банка данных, налаживания деловых контактов и заключения договоров. В программу выставки войдут проведение презентации круглого стола, семинаров по актуальным вопросам развития туризма. Также в преддверии летнего туристского сезона состоится открытие туристско-информационных центров в муниципальных образованиях республики. Все районы муниципальное образование представят свой турпотенциал. Также на выставке будут выставлены туры от наших ведущих турфирм, новые предложения отдыха от наших турфирм, также санатории, базы, турбазы, пансионаты и лечебно-оздоровительный туризм. Будут несколько разных площадок по детскому туризму, лечебно-оздоровительному, событийному туризму. Также площадка «Город мастеров», где посетители могут приобрести сувениры. Народный праздник Тувы Надым в этом году состоится 14 и 15 июля. Соответствующее постановление принято правительством республики. В этом году праздник животноводов проводится на месяц раньше. В предыдущие годы он совпадал с Днем Республики Тыва. Перенос связан с тем, что в августе будет активная пора кормозаготовки. Праздничные мероприятия пройдут в местечке Тозбула Кызылского района. Подробный план проведения разрабатывается Республиканским организационным комитетом. Он будет составлен с учетом мероприятий года развития малых сел, объявленного в Туве в 2018 году. Предварительно известно, что в рамках празднования «Надым 2018» состоится традиционный съезд животноводов республики, где будут обсуждены актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства. В связи с тем, что празднование выпадает на субботу и воскресенье, выходные дни будут перенесены на понедельник 16 июля и вторник 17 июля соответственно. Напомним, что согласно закону Республики Тыва о праздничных днях такие даты, как День Республики Тыва, День Конституции Тувы, Дни проведения народных праздников Шага и Надым, являются нерабочими праздничными днями.
Как сообщает столичная администрация, от рук вандалов пострадали 24 плафона торшерных светильников вдоль велодорожки в районе 41-го дома по улице Красных Партизан. Это уже второй случай, когда неизвестные разбивают элементы светильников. Напомним, осенью прошлого года в молодежном парке и на велодорожке, что в районе Кызылской ТЭЦ, были разбиты 7 плафонов. Еще один факт вандализма был недавно зафиксирован в сквере, что напротив дома Красных Партизан 41. 5 фонарей были деформированы. На прошлой неделе работы по их восстановлению завершены. Что касается плафонов фонарей вдоль велодорожки, в течение 2 дней в Кызыл прибудут новые, установкой которых займутся рабочие МУ-благоустройства. Стоимость одного такого плафона составляет порядка 1500 рублей. Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях Тувы в 2018 году будут субсидироваться властями республики в том же объеме, что и ранее. Соответствующее постановление правительства региона, определяющее перечень авиамаршрутов и величину льготных тарифов, подписал глава Тувы. Согласно документу, в неизменном виде сохранены не только количество маршрутов и их направления, но также цены на билеты для пассажиров. Также авиарейсы обеспечивают сообщение с самыми труднодоступными поселениями Тувы, с которыми не существует или затруднена связь наземным транспортом. По сообщениям Минтранса Республики, льготы касаются граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в Тоджинском, Терехольском и Мангунтайгинском районах, а также жителей республики, выезжающих по путевкам на курорты и в санатории. Для прочих пассажиров на указанных маршрутах действуют свободные тарифы, устанавливаемые авиаперевозчиком. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 59 копеек, евро 72 рубля 18 копеек. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – фантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Студенческие отряды Тувы нынешним летом будут работать сразу в нескольких отраслях хозяйства, включая строительство крупных объектов. На этой неделе в столице республики в торжественной обстановке открыли студенческий трудовой семестр. Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Тувы, свои ряды в этом году сформировали практически все училища региона и ВУЗ. Всего их будет 16 с общим числом бойцов более 200 человек. Самая большая доля студенческих отрядов и бойцов приходится на Тувинский госуниверситет. Кроме того, отряды созданы в строительном, транспортном, технологическом и предпринимательском техникумах, медицинском колледже и колледже искусств, а также профтехучилищах. Они будут работать на стройках, в детских лагерях отдыха, в сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере сервиса. Более 20 талантливых школьников из Тувы получили приглашение в летнюю физико-математическую школу в Новосибирском академгородке. Ежегодную летнюю школу проводит специализированный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета. Занятия проходят по вузовской системе. На сегодняшний день приглашение получили около 2000 школьников из разных регионов России и Казахстана. В этом году в списке приглашенных в летнюю школу 25 старшеклассников из Тувы.
Накануне прошла пресс-конференция с актерами театра имени Моссовета. Напомним, в Кызыле 23 и 24 мая прошли показы спектакля «Опасные связи» по пьесе известного английского драматурга Кристофера Хэмптона. Приезд именитого театра состоялся в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Как отметил руководитель Федерального центра поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры России Руслан Курбатов, главная задача федеральной программы – это охватить удаленные регионы, в силу своего положения практически лишенные возможности смотреть спектакли лучших театральных коллективов России. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности был создан в 2014 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Именно с целью популяризации театрального искусства. Цель программы – это гастроли федеральных и ведущих театров нашей страны с полномасштабными гастролями, с полномасштабными декорациями, с полным составом в регионы Российской Федерации. То есть цель такова, чтобы зритель в регионах России увидел те спектакли, которые можно посмотреть только на сценах театров, которые гастролируют. Чтобы это были и те же самые декорации, это был тот же самый звездный состав, и это был тот качественный продукт, который вы увидите сегодня. Также в рамках программы проходит и большое количество сопутствующих мероприятий. Для зрителей это творческие встречи с любимыми актерами, для профессионального сообщества это специализированные программы. Все принимаем, вот, начиная с Маяковки и Рамта, и вот мы сегодня восхищены за приездом наших коллег из легендарного академического театра, да, вот, Моссовета. Мы очень рады. И вот наши зрители очень благодарны, что вы имея возможность посмотреть такие спектакли, да, вот, мирового масштаба и аншлаги сегодня-завтра. И очень надеемся, что будем продолжать. Это по этой программе у нас получается вместе с региональными и федеральными театрами. Это восьмой переезд наших коллег-друзей. Труппа активно гастролирует по городам России и зарубежным странам, а также успевает принять участие в престижных театральных фестивалях. В Туве коллектив побывал впервые и, как они сами признаются, открыли для себя совершенно другой мир девственной природы и культуры. Завтра у нас тоже такая очень насыщенная экскурсия предстоит перед спектаклем. И, конечно, хотелось бы перед спектаклем отдохнуть, но когда есть впечатление, которое ты нигде больше не получишь, кроме как на месте событий, то, конечно, верх берет интерес. И вот мы сегодня практически все труппы, не только артисты, но и постановочная часть, были на экскурсиях и очень много интересного для себя узнали. Напомним, «Опасные связи» – это постановка известной пьесы современного английского драматурга. Главные герои спектакля – это коварный соблазнитель Викон де Вальмон и его наперсница по злокозненным замыслам, могущественная красавица маркиза де Мертей, затевает жестокую игру по развращению невинных душ, сделав своими жертвами только что выпорхнувшую из стен монастыря юную аристократку Сесиль и богобоязненную верную жену госпожу де Трувель. В Национальном музее открыты двери для всех посетителей сразу на две увлекательные зоовыставки – контактный зоопарк и выставка экзотических бабочек. На первом этаже в контактном зоопарке вас ждут величественные рептилии, могучие удавы, ящерица, крокодил, забавные пушистики, озорные хорьки, милые шиншиллы, веселая обезьяна, а также цветастое множество птиц с разных уголков мира. Разнообразие фауны в контактном зоопарке радует всех посетителей, да и действительно остаться равнодушными от этих общительных ручных созданий просто невозможно. На втором этаже расположилась выставка экзотических бабочек. Только здесь вы можете насладиться всей красотой этих удивительных насекомых, которых на выставке представлено около 30 видов. Это бабочки из Индии, Китая, Египта, Америки и многих других стран. Во время экскурсии вы узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов об этих прекрасных созданиях. И, кстати, на выставке бабочки свободно летают по помещению, а значит, их можно покормить, подставить им для посадки плечо и сделать красивое селфи, причем абсолютно бесплатно.
Побывать в контактном зоопарке или на выставке бабочек вы можете ежедневно с 11 утра до 19 вечера в Национальном музее города Кызыла. Родители и дети старше 3 лет проходят по обычной цене билета – 200 рублей. Все дети до 3 лет – бесплатно. А при покупке 2 билетов на каждую выставку вы получаете скидку в 100 рублей. Билеты приобретайте в кассе музея, действуют групповые заявки. Откройте для себя удивительный экзотический мир. Численным просьбам покупателей компания «Вавиол» «Травы Тувы» начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда. Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции, и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством, и не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский».